Сойка, что тебе надо? Что это? Семена пшеницы хочешь? Ну на. Чего? Как ты мою мать назвала? А, ну да, красавица, согласен. Так, давай думать, давай думать. Это левый корпус, это правый корпус. Правый девочки, левый мальчики. У меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. Начни с плохой. Я сбил Марину и Надю. О господи, а хорошая? Теперь у меня вся тачка в маринаде. Настолько плохо, что даже хорошо. Я бы хотел рассказать не анекдот, а самый грустный рассказ в мире. Ого, неожиданно. Готовься, ты слезинку пустишь, наверное. Давай, давай. Когда я был ребенком, отец строго-настрого запретил мне открывать дверь подвала. Но однажды детское любопытство пересилило. Я открыл дверь и увидел вещи, которых никогда раньше не видел. Траву, деревья, небо и солнце. Подожди. Что? Это вообще-то грустный рассказ, что ты смеешь? Анекдот, стой, стой, это анекдот. Чего? С каких пор это? Ну, типа все сначала подумали, дверь подвала, это значит в подвал, а оказывается из подвала. Да, типа его держали в подвале. Смешной анекдот, хорош, я вот что-то найти не могу, а ты молодец, прям умудряешься. Анекдот. Оливки от маслин легко отличить. Зеленые оливки, а черные воруют. Я уволен. Или повышение, я не понимаю. О май гад! Йоу! На целую прокачку нафармили, 3800. Давай, бери ее, здравствуйте! Негр! Что? Он нормальный парень! А, да, точно. Это Руслан! Показалось, фух. Мы на работу берем. Господи, я ненавижу себя в такие моменты, просто отвратительно. Брэндон, сама серьезность.